Друзья, каточка прям вай-вай-вай, мы вчера пообещали топ-1, и мы вас сделали, поэтому поставьте лайк, ну вот просто чтобы он был. Спасибо, приятного просмотра. Друзья, добрый день, либо не добрый день, с вами снова я, Руви. И вот. Это новое видео по игре PlayerUnknown's Battleground, и сегодня мы упали на место под названием Camp Bravo. В прошлом видео мы с Ладом пообещали вам взять сегодня топ-1, и чтобы все это было более эпично, более сложно, более красиво для вас, мы решили поиграть в режиме дуо против сквадов. Как думаешь, получится? Не знаю, но у меня вроде челик здесь. Я думаю, получится, не переживай. Еще один есть? Понял тебя? Нет. Сразу фу, пацаны. У меня тиммейт добивало, ребят, я в шоке просто. Мне нужна челик перед ним. Мне нужна его одежда. Где, черт возьми, да? Найти шлем? Бро, у меня противник. Нет. У меня нет шлема, очень неприятно. Впереди, не знаю. Не такая вижу. Себе информация, да, я тоже не вижу. Справа. В смысле справа? Справа это я. Последнее здание от меня двухэтажное. Брок, это хрень, я бегу, я просто понимаю, что противник... Так, понял меня. Ребята, вы что, все издеваетесь надо мной? Все нахрен, я это первый раз и последний раз... Это первые, друзья, и последний раз я искал противника, в жопу эту хрень. Меня пушат где-то все время. Так, чувак. У меня тоже кажется, что меня все время пушат. Ребят, сори за эту бегадню в начале, но я реально типа думал, что противника найду быстро. В итоге я его не нашел вообще. Так, сейчас секундочку, ищу броню себе, ищу шлем, так как я вообще голо бегаю, просто без ничего серьезно. Убиваешь? Скажи, что убиваешь, пожалуйста. Это не меня. А, это, понял тебя. Это да где броня? Это во втором двухэтажное здание. Угу. А, он меня заметил, по-моему, сейчас. О боже, нет ни брони, а ничего. Нет. Очень круто, друзья, когда я реально, наверное, дом 7 чекаю. Вообще ничего найти не могу. Он заколебал, он с кем-то все работает и работает. Да думал, это все по тебе, думаю, нифига себе. Он тебя зацепил. Нет, не меня. Короче, я понял. Я пацаны по дропу все реально понял, все осознал. А, боже. О, его убили, по-моему. Я тебя понял. Сегодня, так понимаю, файт без меня. Так, заберем броник. Вокруг меня просто миллион шагов. Да я просто тоже понимаю, что везде противники, но в итоге никого найти не могу. Ах ты черт вонючий, я сейчас тебя. Это по тебе? Это по мне, сейчас я ему постреляю. Это дом впереди, который справа от тебя, двухэтажный такой большой. Я понял. Переносит все. Угу, понял. Ну и че, чел, с двухэтажный дом, может быть, ты выйдешь? Мне кажется, ему на меня посрать. Ой, у меня не было включено этот. Минус сип. Еще один. Ну чё, придурок? Он меня, ко мне бежит, убил. Все, хорошо. Какой-то он странный, Билли. Залутал? Да. Понял тебя. Сейчас я тут стану где-то, отхиляюсь быстренько. Какие-то типы, знаешь, ходится. Понимаешь, это тиммейт, я так понимаю. Я просто от бедра ногу первого. Второй бежит, понимает, что есть, ну как бы должна быть инфа мне, правильно? Он просто пробегает мимо меня, и я его убиваю тоже в спину, типа чё? Они на меня бежали, когда я друга походу нокнул. Понимаешь, как будто на тебе, как будто ты магнит реальный. Они прям к тебе все бегут, это чё за хрень? Так, окей, шлем. Бегают вокруг меня, знаешь? Да-да-да, и найти не могут, самое интересное. Поменял. Мне кажется, могут быть еще, да? Да, должны быть. Нет, я думал, в принципе, все. Не, ну просто было столько людей, куда-то они все поисчезали, все быстро. Зона не на нас, да, зона прям печальная. Сейчас найду быстренько себе второй рюкзак, надеюсь. И пойдем в другое место. Чуки, ну дроп вообще не радует. Похилиться. Да, у меня нихера тоже нет. У меня вон еще 5 бинтов, ни одного буста. Меня-то бусты дохиляют, но больше бустов нет вообще. Предлагаю полностью долутаться. Да. Также, друзья, спасибо вам опять же огромное за поддержку прошлого ролика, реально очень приятно. Набрали опять же кучу лукасов. Короче, за эти лайки спасибо, друзья, именно вам. Еще раз большое, огромное. Коряк нашел, прикинь, просто зашел в комнату коряк. Красава. Ебой, просто сейчас будет грязь коряка. Здесь лутано.
убить. Тут везде лутали, да. Не, ну как, некоторые домики пропускали, но опять же, большая часть залутана. Где-то сверху был рюкзак третий, я видел, сейчас пойду заберу. Пойдем в зону. Да-да, погнали. Так, более удаляющая. Рюкзачок. И предлагаю валить. Все, отлично. Я, чувак, реально полностью готов к любым файтам. У меня и кьюпсик есть. Да, бесов нет вообще. Для зажима неудобно, потому что нет обесов. Но снайперка все, как говорится, все восстанавливает. Все мои проблемы с кьюпсом. У нас как раз туман. Очень приятно. Нет, туман пока не густой. Возможно, он не будет густой. Сейчас узнаем. Походу будет, чувак. Он все гуще и гуще. Короче, ладно, берем отск, поехали. Так, ну я здесь полутаюсь, пожалуй. Давай. Пойду проверю маленькую хижину. Ну, а вдруг там где-нибудь найду какой-нибудь, не знаю, вечный магазин. Что-то интересное. Мотоцикл, пожалуйста, не взрывайся. А тебе нужен шестикратник? Ну, я бы не отказался, наверное. Окей, тогда возьму, я тебя скину. Только, пожалуйста, сразу мне его забери, потому что... О, пламегаз. Офигеть, пацаны, не зря зашел. Я четверку нашел. Может, да. Окей, понял, я скинул. Вообще, давай рассказывай, какой вообще твой любимый кратный прицел? Вот серьезно, чисто любимейший. Восьмерочка. Ну да, да, друзья. На самом деле я соглашусь, восьмерочка, но, любимый у меня четверка, потому что он более универсальный, что ли. То есть ты можешь и на такую более-менее, ну, среднюю дистанцию работать, и одновременно можешь работать на дальнюю дистанцию. Его легче контролировать. Тут были пульки на кьюпсик, там был двукратник мой любимый. Это... А ну, вышел быстро с руля. Вот, красава. Ты что сделал? Я думаю, какого хера я не управляю мотоциклом? Да, все-таки думан густой, это неприятно. Пожалуйста, давай вот мы доедем нормально. Реально очень хочется жить. Очень хочется взять топ-1, мы пообещали. Давай, пожалуйста, реально ровно, да. Давай слева, да-да-да. Тем временем 30 лет живых. Друзья, напишите в комментариях, как думаете, сколько у меня будет киллов. Да, именно у меня. А под видосом Влада можете написать, сколько будет киллов у Влада. Ссылочка на его канал в описании тоже, кстати. Не забывайте. Вот. А, стоять. Видос-то на один канал пилится. Да, ну, да, сама да, не забывайте. Ну, да-да-да, инфа такая. Короче, все, выходим. Так, друзья, мы вышли. Не забываем, что это сквады. Противники везде, противники всегда, противники... Нас схавают, если мы их не схаваем. Так, надо похилиться, я тут подумал. Просто хп не хватает чуть-чуть. Так, да, чуть-чуть, серьезно. Я тогда пока полутаюсь. О, вертикал. Не, вертикалочка мне не нужна. Пламегаз на СР. Рядом с буткемпом ингар. Короче, прикинь, продал маленькую хрень. Два беса на снайпу. Вообще кайф. Ну тут лутали, поэтому, друзья, свалим. Ну что, по инфе давай, куда именно идем? Я не знаю. Ну, за место говорил, где примерно. Нам нужно переплыть мост. Нам нужно мост переплыть. Ну, на самом деле, зона может упасть и на тадмок в итоге. Ну, так, рандомным образом. 100% зона уходит. А потом, ну, ладно, 80%. 80, согласись, 80, да. Ай. Надо было лучше сделать это сейчас, чем придется потом это делать. Ну, блин, в принципе... Блин, чувак, на самом деле, больше половины... немножко больше половины на той стороне. Реально всякое. Давай, может, и подождем? Ладно, давай. Ну я уверен, ну просто будет угарчик, если мы переплывем, а потом придется плыть обратно. Это будет вообще неприятно. Ну почему? Максимально неприятно. Водная процедура. Ну да. Может, го островок прочитать. Опа, справа, погнали поработаем. Ну там на гора, там неприятная гора, мы там ничего не увидим. А, ты за вот эту гору. Нет, стреляется до горы, где-то прям под ней вроде бы. Если я, конечно, не ошибаюсь. Ну да. Чуваки, Влад все боится, знаете, реально, как когда там, знаете, страшный фильм, там сидел, он говорит, нет, я такой не смотрю. Тут тоже такая ситуация. Поэтому... Да. Поэтому... Всегда приходится мне ходить первым. Ладно, принимаю Больку. И иду воевать. Блин, нет увеличенного магазина, прям фигово, реально фигово. Тебе хочется идти на гору? Опа, слева. Нет, а это на горе. Во дворе, видел, да? Видел, а? Да. Так, я сейчас аккуратненько подойду к этим камням.
Нам нужно, чтобы они вышли с двора, иначе, если мы будем ноукать, будут поднимать, это все бесконечно. Вижу. Ног. Ну, хорош. Спасибо, но его поднимут, учитывая, что это сквада. Да. Самое главное, мы его, ребята, оставили без шлема, и поэтому в следующий раз будет проще. Лол, где это стреляют? Я не знаю. Я вижу в траве, мне нормально. Вижу. А, камень на горе, наверное, от меня. Ой, вижу, что они перебегают дома с правой стороны. Дома с правой стороны, понял тебя, понял тебя. Нет, нет, в смысле, в эти дома, которые передо мной 340. Он ну, я понял, он перебегает, я понял тебя. Короче, так, учитывая, что там не один сквад, там, по идее, стреляются, типа, я надеюсь, что... Понял. Зона полностью там, максимально там. Ну, согласись, этого нельзя было предугадать. Был шанс, что будет тут. Да, да, да. Не, да. Ну шанс-то был, шанс-то был. Шанс есть всегда. Не, шанса не было, на самом деле. Капец. Зона, она всегда уходит там, где... Почти всегда вот. Туман еще более густой, еще плюс дождь. Влад, какого хера, ты не знаешь? Ну, на самом деле, это кайф, потому что нас не видно, пока мы будем плыть. Ну, насчет воды, да. Да, это приятно. Мост чекать не будем, поплывем. Да, просто. О-о-о. Справа прямо от меня работает. Это мост, но нам нужно просто от моста плыть. Я даже вижу, скорее всего, его, но я не хочу. Надо плыть. Правда, надо плыть. Так, 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 каким образом нам... Слушай, тут очень далеко плыть на самом деле, но придется. Нормально, нормально. В зоне хотя бы этого хорошо. Такие, знаешь, водолазы, ёпта, погнали. Зато под водой нет дождя, нет тумана, очень приятная атмосфера, рыбки, тепло. Да. Оп, всплыли. Челики плывут справа от нас. Вон там машину они утопили, сейчас поплывут. Я вижу какую-то лодку, либо... А, да-да, вижу. А, какие-то тени бегают. Так, чуваки, кислород набрались, можно опять поплыть. Аккуратненько под водой. Короче, берем какую-то позицию и просто принимаем чуваков с моста, которые будут бежать. Либо которые будут плыть на эту сторону. Они сейчас сюда уже переплывут, они примерно раньше нас должны приплыть или как? Я уже приплыл. По мосту машина едет, вроде бы. Да-да-да, либо по мосту, либо хочет притормозить. Давай, может, эти дома займем? Да, погнали, погнали, аккуратно. Можно взять именно заборчик. Ну, прежде чем нужно, прежде нужно прочекать дома, да. Так, граната, изи. Слушай, они закрыты, понимаешь? Это может именно намекать, что тут есть люди. Может. Либо что тут не лутали, что крайне вряд ли. Вряд ли. Все закрыто. Пацаны, это сейчас будет опасно. Тут, слушай, пульки лежат. Мне кажется, не лутали нифига вообще. Просто не лутанные домики. Да-да-да. Дома наши. И туман ушел. Вот это сейчас будет жесть, коряка. Пацаны, сейчас будет грязь. Вот туман ушел. Я же говорю, да, туман ушел. Смотри, Влад, а где-то, по идее... Ну, чуваки же должны были приплыть, правильно? Они же плыли. Ой, на той стороне ну, чуваки да. Бегают. Капец, они далеко. Как думаешь, куда они выселились? А, там же и остались. Где именно? Ну, а с той стороны моста и остались. Опа, дал, нихера себе. Его нокнули. А, бежит, 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 да-да-да. Блин, мансанул, окей. Да капец. Короче, у него не зона, да. Ну не, его. Он просто нырнет и все. Все, он готовится умирать, я думаю. Думаешь, он уже. Смирился со своей судьбой. Умрет, да? Бежит. Да. Да ну какого хера оно пролетает, я не понимаю. Да, 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 да. Да. Убил выстрелом в голову. Нихера себе. Человек на мосту впереди. Впереди. На 30. Дал. Но не в голову, походу, куда-то другое место. Я увидел. Еще правее черик, желтый бежит. За фургоном синим. За фургоном синим, рядышком. Угу, понял. Это фургон? У них машина есть. Зона идеально под нас сыграла. Зона прям на нас, да, надо проверить сзади, иначе сейчас придут тринданом. Чуваки, нужно брать топ-1, правда. Против склада будет очень интересно, что получится вообще в итоге.
Сколько киллов? У меня пока 3, у тебя? Сколько? 3, а у тебя? 2. Ну пока что мы бомжуем, чувак. Ну это неплохо, в любом случае против складов мы хотя бы не умерли, начнем с этого. Телеки бегут. Где? По мосту. По мосту. Мост, понял. Вырубил. Ой-о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 й-
Он нам отомстит, понимаешь, за все. Да ну капец, он... Там он... сверху могут отомстить. Бро, он... прям над нами. Хороший. Минус два. Ой, хорош. Просто в головешку. Бам-бам. По идее, мост пустой. Ну не факт, могли с этой стороны сейчас стоять близко. В опоре прям. Да, давай, короче, прочекаем опять же заднюю часть. Всякое могло произойти, ты прав. Так, я вижу голограф, я хочу взять голограф. У тебя до сих пор не было ни хера такого? У меня 2х был. А-а-а. Фу, ты чё, придашь 2х? Ой, пацаны. Да. Влад реально не наш пацан. Дым до сих пор, не понимаю, может это новый дым? В смысле? Где? Ну типа, может быть это еще какие-то типы, хотя... Не, он развеется, все нормально. Ой. Так, ну зона прям хорошо так под нас аккуратненько легла. Зона прикольно. Помнишь, чуваки, которые переплывали? Блин, боже, ну они же должны быть где-то. Они на хотинах могли уйти давно. А что, да? Ну, кстати, да, возможно, возможно. Хотин до сих пор в зоне. Чекаем спинку. Друзья, сори, что комментирую не особо эмоционально, потому что у нас очень опасный момент. Нужно быть крайне собранным. Да. Зона опять на нас или что? А нет, она просто подходит. И опять туман. Да, пацаны, вы заколебались с этим туманом. Дайте мне скоряка пострелять нормально, пожалуйста. Так, зона побыстрее, пожалуйста, побыстрее. На сзади такая просто ужаснейшая гора. Просто глянь, 250 чувак сверху засели, все, мы даже спрятаться не успеем. Я знаю. Я про нее говорил. Что я тебе пока... говорю, да. Она ужасная. Она стрёмная. Она просто фу, бека. Некрасивая. Так, ну что, сходится. Оставлю, чтобы будет центр. Ну не знаю, мне кажется, мы останемся в зоне, прям вот угадается. Ну нет, и... мы недалеко. Недалеко придется идти. Ну, да, в принципе, такое. За зоной 2 челика умерло. Прекрасно. 10 человек. 2 сквада осталось, по идее, след фуловые команды, конечно. Это если фуловые еще. Да, на но деле. Хороший, короче, мне погнали, наверное, пролутаем типов. Мне очень нужны пустые, там, аптечки. Ну, мосту просто не были последние, по идее. Ну, мы оттуда можем потом не уйти, если сейчас мост займем. С моста? Так мы же на мосту, да. Вот, здорово. И мост в зоне время. Краешком. Что-что, мне кажется, мост точно безопасный. Да, да, я здесь тебя покруглю. Давай. Так, 5 аптек... Блин, нет, мне нужны пустые. Ты... Так, отлично, вот это заберем. 2 грены. Тут М24, забираем 24. Блин, придется бежать ведь. Бро, да бери коряк, бери. У тебя же не было коряка до этого, правильно? Нет, у меня ничего не было. Так, увеличенный магазин есть? Скажи, пожалуйста, что он есть. Нихера не было. Так, второй тип. Увеличенный магаз. Бро, там увеличенный магазин. Вот он забрал, да-да-да. Все нормально. Вот это было красиво, бро. Просто М24 реально не зря. Зона подходит. Я чувствую спиной своей. Тебе не кажется странным, что тут лежит эмочка и патроны? Что за прикол? А, это, наверное, когда это друга... Я выкинул. А, это ты выкинул? Да. Вот это было неожиданно. Вот это, слушай, это, конечно, да. Так, чего у этого трупа? Энергетики 2 штуки. Грена. Там была кюбушка и кюбс, если что. Ну ладно. Где нам засесть вообще? Влад, видишь эти скалы? Может быть, скалы возьмем? Там, я думал, кто-то есть уже. Да ну, ты что, издеваешься? Да-да. Все, я в скале, я готов, как говорится, к любому... О, еще ой, зона! Еще в зоне. Да-да-да, тут ямка такая неплохая. И еще эти камушки. Короче, чувак, позиция классная, берем. Заверните, пожалуйста, с собой. Я так и знал, что так пошутишь. Раз, два. Ног один. Где? Ну, тут, впереди, по домам. Вижу еще одного потом. Или, твой. Вот это да. Вот это, пацаны, замесик. Осталось 3 человека. Да-да, по идее нас двое и 3. Ну хотя, блин, а может быть это соло и Тима в теории, может быть. Хорош. Да. 2 на 1, братан.
Вот тут главное не тупануть, чувак, серьезно. Просто, ребят, у нас такая ситуация случалась уже разок прямо на стриме. Когда высокоуважаемые окна забагались, вот им захотелось забагаться, мы не смогли выпрыгнуть и просрали важные тайминги. Так, я не знаю, как мы будем сейчас действовать с тобой. Смотри, чувак, челик может быть вообще не в городе, потому что ты убил типа, который убил. Да, он может быть слева, он может быть где угодно. Просто ждем сужения, все. Так, у меня одна грена. У меня 5 грен вообще, капец. Понимаешь, это может быть Дрейнис какой-то, который просто ползает, ему похрен, и убьет нас всех сейчас. Две штучки не откинешь? Тебе, да нифига, много хочешь, ладно, держи, конечно, две штучки. Мало ли, вдруг что? Ну, конечно, конечно. А я без грен. А вдруг завтра война, а грен нет, и что делать? Да. И знаешь, что будет, что он мог пройти как-то в скалы, прям незаметно, не знаю, вот на край скалы все тринданом. Да не-не-не, вряд ли. Пойду проверять, подожди. Не-не, скалы давай наши. Чекаем тогда. Чекаем. Да, секунду займем. Блин, зона вообще не на нас, ты видишь? Это ужасно. Да. Он может в доме засидеть. Так. Короче, пацаны, ладно, мы не боимся, мы сейчас его заберем до 100%, поэтому не парься. На самом деле страшновато чуть-чуть. Да, конечно, страшновато. Триндец как страшновато, бро. Я пытаюсь взять зону, подожди. Я левую сторону пытаюсь посмотреть его. Угу. Он в доме, он инфосотка где-то в доме. Ну, блин, тут просто все места просматриваются. Я думаю, в левом доме. Каком-то в маленьком, да, каком-то там? Вот это, пацаны, вообще напряженочка сейчас. Вы скажете, у вас двое, он один, чего вы боитесь? Ребят, боимся слива? Потому что один человек, ребят, он может убить сквад, а нас вообще двое. То есть, если он скилловый, для него будет не проблема. Бро, зона пошла для информации. Вижу, перебегает, 230 за маленьким домом был. Перебежал в маленький дом. В этот, который впереди меня? Нет, вот с моей стороны, 245 дом. В доме. Вот в этом доме передо мной прям. А, понял тебя. Херач. Трехочковые. Ну, я был близок, я уверен. Бро, тюрьма, я смотришь? Я херюсь. Бам. Он меня не тронул. Да какого черта? Он с этой стороны стоит. Бам. Вот так. Друзья, да. Это было прекрасно. Карточка реально на топ-1, как и обещали, сделали. В общем-то, сколько тебе киллов, рассказывай. У меня, сейчас скажу, у меня 3 килла. У меня 7. Ну, 10 киллов на тиме, я думаю, вполне неплохо, тем более топ-1, друзья, против сквадов. Спасибо вам большое за просмотр этого стрима. Спасибо вам большое за лайки, за подписки. С вами был я, Руви. И это был не стрим, а видос. И... А, это, я искал стрим? Да. Черт возьми, все, ребят, да. Всем пока, удачи. Всем пока.